Всем привет, друзья! В этом видео вас ждет очередная подборка самых крутецких вещей из Китая. Все ссылочки вы найдете в описании под видео. Но также, как обычно в этом видео, случайному участнику достанется $15 на любой товар с AliExpress. Поехали! Отличный аналог надоевшим антистрессам, развивающий наблюдательность и мелкую моторику рук. На занимательную змейку из деревянных разноцветных квадратиков залипнет даже взрослый. Благодаря хитро-умному сплетению фигурок игрушка может менять цвет, складываться книжкой и вообще всячески видоизменяться. С ее помощью дети могут играючи изучать различные оттенки, но взрослые радоваться тому, что теперь есть чем занять руки маленьких хулиганов. Интересный светильник с набором английских букв, который можно произвольно менять, формируя произвольные тексты. Помимо ночного освещения, он также может стать неплохим элементом дизайна или помощником в изучении английского языка. Каждый день можно придумывать пожелания на ночь, а также писать записки домашним обитателям. Мягкий светодиодный свет не напрягает глаза и эффектно подсвечивает изнутри получившиеся фразы. Ручка, о которой мечтает каждый, кто только что сделал ошибку и пытается стереть буквы с бумаги, используя стандартные средства. С этой ручкой все написанное на бумаге может стираться так же, как привычная резинка стирает обычный карандаш. Замаскированный под кнопку ластик убирает чернила аккуратно, не оставляя предательских следов. Стильный дизайн, тонкий стержень и возможность незаметного исправления случайных ошибок – отличное сочетание для идеальной ручки. Праздничные хлопушки всегда доставляют море позитива и положительных эмоций всем посетителям. А это улучшенная версия стандартного снаряжения – пистолет, заряженный 6 патронами с бумажным фейерверком. Используя такую оригинальную штуку, можно устроить настоящую праздничную революцию. Каждое нажатие на курок сопровождает маленький взрыв из конфетти и орошает окружающее пространство яркими летающими частицами. За такой кухонный девайс скажет спасибо не только любая женщина в доме, но а также и все остальные. Компактный слайсер способен за считанные минуты помочь тонко нарезать и измельчить практически любые овощи и фрукты. Три насадки значительно расширяют функциональность прибора. Продукты можно превращать в соломку, слайсы или мелкую стружку. Такая вещица значительно облегчает процесс приготовления пищи и экономит время на уборке. Кому приходилось сталкиваться с появлением дырок в москитных сетках, тот по достоинству оценит этот продукт. Чудо-лента со специальным составом способна за рекордное время устранить лазейку коварных насекомых. Нужно лишь отрезать необходимого размера кусочек, прилепить на порванное место, а затем недолго посушить его обычным феном. От высокой температуры клейка основы ленты начинает расплавляться и надежно приклеивает заплатку на проблемное место. Весьма полезная вещь в хозяйстве с приятной функцией контроля движения. Ночник от популярной китайской фирмы имеет в своей конструкции датчик движения, что позволяет ему автоматически включаться в нужное время. С таким ночником чувствительные к свету натуры могут спать спокойно, ведь при необходимости ночник может быстро сниматься со своего места благодаря своему креплению. Штучка также может работать и в режиме постоянного свечения. Полного заряда аккумулятора хватает на очень долгое время. На первый взгляд за этот шар просто негде зацепиться, однако и весь секрет его заключается в том, что он полностью разбирается. Основной смысл состоит в самом процессе разъединения составных частей. Девайс отлично тренирует усидчивость и терпение, так как даже после нахождения первых подвижных элементов, далее не становится очевидным, как разбирать остальные детали. Отличная вещь для любителей попить горяченького в пути – термокружка в кардинально необычном стиле. Такая кружка сохраняет напиток горячим в течение нескольких часов. Особый дизайн в виде рога животного обязательно привлечет внимание окружающих. Рог имеет съемную кольцевую часть, которая одновременно служит как чехол для переноски, так и подставкой для постановки ее на ровных поверхностях. Самый необходимый предмет для напитков в жаркие дни – термосумка для сохранения холода. Необычная конструкция превращает ее в переносной мини-холодильник, который может стать также и оригинальным подарочным пакетом к презентной бутылке. Перед использованием сумку нужно лишь немного позаряжать в холодильнике, после чего охлаждающие элементы будут работать в течение нескольких часов. Незаменимая штука для приготовления вкусных кулинарных шедевров. В отличие от простых плоских аналогов, такой пирамидочный коврик поможет приготовить здоровую и полезную еду, так как весь жир с другими вредными веществами стекает с продуктов во время приготовления и никак не контактирует с приготовляемой едой.
Современная версия сургуча для красивого запечатывания конвертов и писем. Теперь для получения расплавленного раствора не нужно делать кучу лишних движений. С этими палочками можно оригинально запечатывать послания, используя лишь обычный клеевой пистолет. Твердое смолистое вещество выглядит весьма креативно, а удобный формат позволяет получать все за минимальное время. Складная телескопическая сидушка – просто идеальная штука в очереди за новым айфоном. В собранном виде она выглядит как небольшой цилиндр и без труда помещается в карман. Однако при необходимости девайс легко становится полноценным сиденьем. Штучку наверняка оценят по достоинству люди, стоящие в длинных очередях, а также на всех других мероприятиях, где некуда примостить свою пятую точку. Благодаря удачной конструкции точка опоры и баланс находятся очень легко, потому как эргономика сиденья разработана с учетом физиологии человека. Светящиеся палки-браслеты. Каждая штука представляет собой пластиковый контейнер с капсулой, при сгибе которого смешиваются химические компоненты с выделением света. Длительность свечения зависит от температуры окружающей среды. Чем выше температура, тем быстрее протекает химическая реакция. Поэтому, чтобы продлить время свечения, можно на некоторое время засунуть их в морозильник. По-настоящему удивительная вещь, с помощью которой можно получать множество вариантов необычных дизайнерских абажуров. Частично это трехмерный пазл-головоломка, частично геометрическая загадка. Ромб с крючком на каждом углу является идеальным элементом для создания абажура по принципу пазла. Благодаря изогнутым деталям лампы внутри создают фантастические узоры из света и теней, а сам материал выдерживает температуру до 110 градусов Цельсия. Дави на лайк, если понравилось видео, но для участия в очередном конкурсе нужно выполнить еще парочку простых движений. Если это видео соберет необходимое число лайков до нужной даты, то очередные $15 достанутся случайному участнику. На этом все, всем удачи и пока-пока.